Хожу по рынку, купил раков, устриц купил. Тут на рынке, точнее рынок рядом с церковью Рождества Богородицы. Сейчас туда зайду, посмотрю. На набережную спустился. Рыбаки рыбачат. Закат уже. Иду на тот берег. Уже здесь есть какие-то мосты. Буду искать локацию, чтобы развести огонь. Купил кастрюльку, раков взял. Сварю рак на берегу Дона. Вообще меня тут местные жители предупредили, что возможно наша доблестная полиция. Не знаю, посмотрим. Зайратов живут на рынке. Хвостом бьет. Главное, чтобы не уползли. Кусай кастрюльку. Костерок развел. Пока раки будут готовиться, отведу устриц. Три штуки взял. Дюжина многовато мне. Нож, лимон. Местные посоветовали взять укроп, зонтики сухие для раков. Вон бродяга подошел, тоже его удачу. Так что ужин у меня сегодня на природе, на берегу Дона. Они уже красные, раки. Сейчас постоят полчасика, потомятся, наберут сок от бульончика. Будем ужинать на берегу Дона. Арена в подсветку. Сегодня выходной. Ее включают. Прихожу в Дон в третий раз уже.